22 июня, пожалуй, самый роковой день для нашей страны. Ровно 72 года назад началась Великая Отечественная война. Старожилы вспоминают, что день был погожий и солнечный, ничто не предвещало беды. Страшная весть о наступлении фашистов прозвучала по радио из уст Левитана. В субботу в Иванове к памятнику героям фронта и тыла возложили цветы.